Запорожские музыканты выступят на международном музыкальном турнире в Санкт-Петербурге. Наши участники – это преподаватели музыкального училища «Квинтет Мистерия», уже прошедший первый отборочный тур конкурса. Перед ответственной поездкой участники ансамбля встретились с журналистами. Конкурс в Санкт-Петербурге, рассказали музыканты, будет проходить с 22 по 28 марта. Это первый международный конкурс-фестиваль, который получил название «Терем кроссовер», от английского «кроссовер перекресток». Это пересечение различных стилей и направлений в музыке. Так объясняют концепцию фестиваля его организаторы и идеологи, известная питерская команда «Терем квартет». Зрители могут знать их как ансамбль, что открывал конкурс «Евровидение» в Москве. Относясь с большим уважением к классическому искусству, запорожский ансамбль «Мистерия» стремится исполнять классику, созвучную современности. Нам интересно смешивать средства музыкальной выразительности, различные жанры, по-своему трактовать великие музыкальные темы, говорят музыканты. Поэтому стиль кроссовера столь близок к запорожскому квинтету. Для нас, как для музыкантов, это является удивительным событием, потому что Санкт-Петербург – это столица не только культурной России, ну и согласитесь, всей Европы. Это исторически сложилось, и мне кажется, рассказывать об этом не надо. И то, что мы будем выступать в концертном зале хоровой капеллы «Глинки», в концертном зале филармонии имени Шостаковича, это тоже для нас очень ответственно, для нас это очень важно. И мы, в общем-то, гордимся тем, что мы допущены представлять нашу страну, Украину, на таком международном форуме. У запорожских журналистов была возможность не только пообщаться с музыкантами, но и услышать произведения, что будут исполняться в северной столице России. Жюри конкурса – известные музыканты и продюсеры с мировым именем. В турнире примут участие более 70 коллективов с 20 стран мира, включая США, Японию, Бразилию, Таиланд, Германию, Италию и другие страны. Исполнительский уровень участников очень высок. В большой мере это будет репертуарный конкурс, говорит участник квинтета и директор музыкального училища Сергей Пилюк. Удивительный конкурс, безусловно, когда все будут играть на своих инструментах, когда никто ни в чем не ограничен, вот выходи и играй, на что ты готов. И тут мы делаем ставку, опять-таки, на наших композиторов. По условиям третьего тура участники должны исполнить Чайковского современные интерпретации. Эту музыку написали запорожские композиторы Дмитрий Савенко и Анна Хазова, тоже преподаватель училища. Во втором туре «Мистерия» сыграет произведение Дмитрия Савенко на темы «Танго Астора Пьеццолы» с именем знаменитого аргентинского композитора, связано начало истории запорожского квинтета. В прошлом году наш коллектив готовился принять участие в международном конкурсе в Италии, в городе Ланчано, который как раз посвящен творчеству Астора Пьеццолы. И, к глубокому сожалению, нам не удалось туда поехать из-за финансовых проблем. Это очень сложно. Ну и эта поездка в Санкт-Петербург, она состоялась как раз благодаря поддержке наших бизнесменов, которые входят в блок «Сильная Украина». В этом году наши музыканты настроены решительно на победу. Первое выступление «Мистерии» на сцене Государственной капеллы в Санкт-Петербурге уже назначено на 24 марта. И запорожским меломанам остается пожелать им удачи.